Все, кто имеет какое-либо имущество, обязаны в срок до 1 декабря оплатить налоги за 2016 год. Благодаря полученным уведомлениям это можно сделать в любом коммерческом банке. Налогоплательщики, у которых ранее был зарегистрирован личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, уведомления в печатном виде получать не будут. Сообщения для них формируются в электронном виде в личном кабинете. Если налоговое уведомление не получено, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или по месту нахождения любого из объектов налогообложения.